Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Спасибо, коллеги. Ну что ж, сегодня наш очередной вебинар. Вебинар, который называется «Между цифрой и бумагой. Издательство Директ Медиа. 15 лет на рынке». Проведет его Константин Николаевич Костюк, генеральный директор компании Директ Медиа. А я, как всегда, беру 2 минуты на то, чтобы сделать общее объявление по нашей вебинарной программе. Те из вас, кто ходит на наши вебинары, знают, что в самом начале чата располагаются 2 важные ссылки. Первая из них – это ссылка на расписание наших вебинаров. В этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары расписания на весь учебный год, вплоть до июня 2018 года. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в YouTube, где публикуются записи всех вебинаров. Запись этого вебинара тоже производится и будет публиковаться там в течение нескольких дней, будет опубликована. Сегодняшнюю презентацию вы можете скачать из раздела «Ресурсы» нашей вебинарной комнаты. Еще одно объявление по поводу сертификатов. Все, кто присутствует здесь, получат бесплатные именные электронные сертификаты. Вот именно с этого нашего вебинара я хотел бы вам сделать дополнительное объявление. У нас наконец-то готова автоматическая система выдачи электронных сертификатов. И после сегодняшнего вебинара я сразу же разошлю вам сертификаты. У меня просьба, если вы увидите какие-то несоответствия в сертификатах, все-таки это первый такой массовый запуск нашей системы, сразу напишите мне о замеченных вами ошибках, и мы постараемся оперативно это все исправить. Ну и, наконец, прежде чем предоставить слово Константину Николаевичу, я хотел бы прорекламировать следующие наши 2 вебинара. Сейчас я дам ссылки на них в чат. Первый из них состоится уже завтра. Это вебинар наших партнеров из нового поколения. Новое поколение – это сайт и проект очень интересный, который посвящен школьным конкурсам и подобным мероприятиям для школьников. И второй вебинар состоится в понедельник, 25 сентября. Проведет его Юрий Николаевич Белоножкин. Будет он посвящен проблемам электронного обучения, в частности, такой интересной теме, как робопедагогике и созданию образовательных ботов. Вот, на мой взгляд, будет очень интересный вебинар. Приходите и не пожалеете. Ну что ж, коллеги, мое вводное слово закончено. Я передаю слово Константину Николаевичу для того, чтобы он провел сегодняшний вебинар. Спасибо, Константин Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас видеть сегодня на вебинаре. Это особенная будет лекция, по сути дела, скорее рассказ о том, что мы делали. Нам 15 лет в этом году исполнилось, и для электронного издательства, для тех, кто связан с интернетом, сами понимаете, что это очень уже большой срок. Одни из самых старых мы на этом рынке.
Вот, поэтому тем, кто все время работает с нами, кто нас знает, ну, немножко обратимся в прошлое и расскажем, вспомним, что мы все эти годы делали. Вы знаете, что этот рынок, он постоянно меняется, и у нас постоянно новые проекты, нам приходится переключаться, реагировать на новые, многое не выживает, а многое надо только строить и начинать придумывать, как оно должно быть. Вот, поэтому у нас очень много разных проектов, ну и постараюсь вот именно издательские проекты, которые с издательством Direct Media связаны, а не с ЭБС, университетской библиотекой онлайн, постараюсь их осветить. Ну, для начала, чтобы вы лучше представляли, как мы устроены. Наш издательский дом, у нас несколько компаний, вот довольно много людей в нашем штате, которые занимаются разными вещами. Вот. И само издательство Direct Media – это центральная компания, сам бренд, так скажем. Но и это именно по своей концепции издательства, то есть организации, издающие книги и собирающие авторские права. Вот. А вот тот, кто собирает чужой контент, чужие авторские права и уже дистрибутирует их, это онлайн-агрегатор Next Media. Вот мы стараемся все время как бы в тени держать Next Media, но на самом деле эта компания и приносит основной доход наш и работает, собственно, на рынке цифрового контента, но уже как агрегатор, поэтому сегодня о ней речи идти вестись не будет. Вот. Ну и, наконец, больше всего у нас людей в штате, как всегда, работают в производстве. И вот эта компания, тоже самостоятельная, называется «Современные цифровые технологии». Она у нас находится в Туле, образует, так сказать, филиал в центральном регионе. Еще есть у нас филиал Поволжский, находится в городе Саратове. Вот такая общая структура нашего издательского дома. И есть уже своя траектория истории, конечно. Если кто помнит, в начале наше издательство называлось Direct Media Publishing. И это было не просто придуманное название, это было имя немецкой компании издательства Direct Media Publishing. А наше издательство первоначально возникало как филиал немецкого издательства. Вот. Но потом мы уже совсем стали самостоятельными и сменили название на Direct Media. Вот, Direct Media Publishing занимались электронными дисками, которые сейчас практически мы уже ни в каком виде не предлагаем. И с 2007-го, как раз когда вот этот рынок дисков пошел, начал признаки упадка демонстрировать, мы начали переключаться онлайн. Вот тогда-то и возникла электронная библиотека, университетская библиотека онлайн. Она была самая первая в то время из подобных продуктов. Только где-то через год, если мне не изменяет память, возникла книгофонд, и вот этот проект уже пошел широко в мир. Но наш проект самый первый среди подобных. Мы продолжали развиваться в разных направлениях, и вот еще через какое-то время, 2009, начался наш книжный, бумажный мегапроект в партнерстве с «Комсомольской правдой», вот, где мы издали около 1000 альбомных и книжных изданий, вот, о котором я тоже пару слов скажу. Ну и, наконец, вместе с развитием технологий, это произошло где-то в 2015 году, мы взяли на вооружение издательскую стратегию Print on Demand, печать по требованию, тоже будучи одними из пионеров в этой технологии, и запустили уже вот наши актуальные работающие сегодня проекты вузовской научной литературы. Так что вот 15 лет такие качественные перерывы
где приходилось завтра забывать то, что делалось вчера, и осваивать новые технологии, включаться в новые рынки с новыми клиентами, новыми аудиториями. Вот. Тем не менее, есть, конечно, то общее, та линия, концепт, который все эти годы мы продолжали и преследовали. И я надеюсь, что в результате моей презентации всем вам станет очевидно, что мы любим, что мы хотим построить. И этот вот капитал, который мы создавали 15 лет, я считаю, что мы из него ничего не потеряли. Это прекрасный базис, чтобы строить будущее. Итак, вернемся в 2002 год. Вот, скажу так от себя, я в это время работал и учился в Германии 4 года, писал диссертацию, и там ты познакомился с новыми технологиями, с этим немецким издательством. Мы договорились о сотрудничестве, им был интересен российский рынок, и я уже начал это формировать здесь, в России, используя немецкие технологии, абсолютно прекрасная программа, лучшая тогда была на нашем рынке. И, в общем-то, вот этот базис той технологии, того подхода, он сохранился у нас и до сегодня. Вот так выглядел один из первых кадров, одной из первых наших презентаций. Direct Media Publishing, CD-ROM для тех, кто любит книги. Вот тогда только начали создаваться электронные библиотеки, тогда только на дисках, да, библиотека в кармане, вот тогда начались пираты, а мы были одними из первых не пиратами. Ну, Кирилл и Мефодий наши партнеры или конкуренты были, Равновесие, Новый Диск, наверное, вы тоже помните эти названия. Вот, но такая вот концептуальная библиотека, в которых на диске очень большие библиотеки собирались, и причем они все были лицензионные, легальные, юридически правомерные. Вот таких продуктов было очень мало. Называлась это у нас электронная библиотека. И вот здесь как раз на этом слайде вы видите, я сопоставлял тот капитал, массив, который немецкое издательство создало. Дало на тот момент уже очень много, больше 10 тысяч книг на дисках. Вот у нас это было где-то там в 3-4 году, уже к тому моменту около 4 тысяч книг было подготовлено. И пошли те диски, которые, может быть, вы тоже помните, новые издания, которые собирали в себе эти целые библиотеки или целые альбомные галереи. Вот. Мы сразу шли в основном по двум направлениям. Это литература и, как вы видите, такие крупнейшие антологии, очень популярные. Русская литература, особенно для школы, поэзия, драма, английская, американская литература. И по искусству. Вот к тому времени мы собрали уже 70 тысяч репродукций, но это все с помощью, используя работу и немецкого издательства. Так быстро, конечно, мы не смогли бы собрать такую коллекцию. Вот. И там были такие бестселлеры, как 5555 шедевров мировой живописи, стили, жанры, эпохи. В общем, основной компендиум вот, шедевров, так сказать, и по искусству, и по литературе мы собрали достаточно быстро. Еще были энциклопедии у нас, ну и разные другие форматы. Вот, а так выглядела наша программа, которая была создана немцами. Очень удобная, с поиском, ну я бы сказал, даже хоть сегодня на дисках практически уже никто не работает, вот, тем не менее, по работе с текстом она была удобнее, чем те онлайн-форматы, онлайн-сервисы, которые существуют сегодня. Ну, кроме того, что это было на вашем компьютере, это работало быстро, это было очень хороший поиск был. Ну и самое главное, это была тщательная подготовка текста. Это, пожалуй, одно из краеугольных камней, которые отличают нас от любых других производителей, которые выпускают аналогичные программы. Вот эту
технологию подготовки текстов мы взяли у немцев, и она, собственно, отличалась тем, что это не просто сканированные, быстро там перегнанные тексты были, а это была, по сути дела, издательская работа с корректурой, тщательной сверкой, потому что в Германии никаких других вариантов бы не прошло, вот таких пиратских и полупиратских, как сегодня. Она была ускоренная, очень технологичная. И благодаря этому нам, с одной стороны, удавалось переработать много текстов, а с другой стороны, это действительно были качественные тексты без орфографических ошибок, с очень маленьким процентом ошибки. Вот. Это, собственно, я считаю, и определило и наш успех на рынке, потому что у нас были самые дорогие диски, вот, но в то же время вот самые такие полные и те, которые можно было читать. Вот эту вот идеологию качественной электронной книги, культуры электронной книги, мы с тех пор подхватили, усвоили и стараемся ей не изменять. Хотя, конечно, ну, скажем так, себестоимость подготовки электронной книги вот на заре этих технологий сегодня различается в десятки раз. То есть сейчас, ну, даже и мы, разумеется, сильно в этом плане опустили планку, но не говоря уже даже о других и классических бумажных издательствах. Все это, то, что мы видим в электронном виде, стало гораздо проще, массово. В общем, ну, я считаю, это у нас постоянный кризис, отсутствие культуры электронной книги, это, так сказать, доминирование пиратского производства, то есть абсолютное отсутствие каких-либо требований к электронному тексту. Вот, к сожалению, к этим условиям нам приходится приспосабливаться и в них жить. Вот. Ну и из той плеяды, которые, дисков, которые вышли в ту эпоху, я бы выделил один имеющий продолжение, это библиотека русской классики. Вот там у нас были компендиумы по поэзии, драматургии и так далее. И вот пошли потом серии, и в частности, вот одна из тех, которые я считаю, имеют право на жизнь сегодня, и мы тоже всегда помним об этом, библиотека русской классики, которая подразумевала в себя концепт достаточно полных электронных собраний сочинений, где есть биография писателя, где есть полный его текст литературного наследия, где есть литература о писателе, там эпистолярное его наследие, публицистика, вот все жанры. Ну и, соответственно, монографии какие-то о писателе, все, что можно было тогда набрать. Вот это был такой пионерский жанр. Единственное, что вот в отличие от академических бумажных многотомных изданий, мы не брали туда вот этот вот контент, который был под авторскими правами, то есть примечания, комментарии, но мы брали зато чистые тексты, которые не хранялись авторским правом, но были академически подготовлены и безупречны. Вот, и предоставляли это в разных форматах. Вот как пример, например, диска о Жуковском. Видите, там туда вошло и полное собрание его в 12 томах, собрание сочинений в 4 томах разных годов изданий, литературная критика, письма и дневники Жуковского, периодические издания «Вестник Европы», которые он выпускал, и исследования о жизни и творчестве собрали 20 произведений. Вот такие вот компендиумы, нередко они еще сопровождались графической библиотекой о писателе, картинами, портретами, иллюстрациями и так далее. Вот, и таких мы планировали сделать 100, к сожалению, сделали только около 30 реализованных проектов. Вот так вот эта серия выглядела, вот опять же, с выверенными качественными текстами. Вот эти вот все диски у нас не пропали, они вошли как часть университетской библиотеки онлайн, и вообще, я считаю, от этой идеи мы не будем отказываться, она разной форме у нас претерпела, и постепенно доведем до 100, то есть все наши писатели и философы будут представлены в таком полноценном
систематическом, систематизированном виде. Вот. Это, так сказать, одна эпоха прошла. Видите, до 2009 года мы занимались только подобной издательской деятельностью. С 2009 по 2017 полный переворот. И мы начали заниматься классическим, можно сказать, издательским проектом. Прежде всего, альбомы и бумажные издания. Вот, «Комсомольская правда» нашла нас тоже в критический для себя момент, когда они там заявили свои серии, вот те формат «Патворков», которые вы наверняка многие заметили, которые продавались в киосках. Сейчас это немножко сошло на нет. Ну, а тогда это имело феноменальный успех. И вот они нашли нас потому, что у нас к тому моменту был уже очень внушительный массив данных, прежде всего репродукции. Мы смогли эти художественные альбомы в печатном виде готовить достаточно быстро и достаточно качественно. И пошли серии. В целом, вот в этом проекте вышло более 400 альбомов. Сами представляете в альбомном формате, насколько это внушительный ресурс. В совокупности в бумаге их вышло около 5 миллионов экземпляров. Тоже для альбомов феноменальный результат. Вот. Ну и чтобы вы представляли, насколько наша команда была этим занята и насколько это для нас серьезно было, еженедельно мы выпускали 1-2 художественных альбома на мелованной бумаге, с множеством иллюстраций. Выпустить альбом – это не то, что текстовую книгу. То есть мы работали в очень таком накаленном режиме с жесткими сроками. Все выходило как часы. «Комсомольская правда» была в восторге от нашего сотрудничества. Вот, ну и мы с ними до сих пор дружим, считаем своими ключевыми партнерами. Ну, основные проекты серии вы, наверное, тоже помните, как библиотеки. Надеюсь, это все осело и в ваших библиотеках, потому что в каждой серии ну, совершенно и уникально, и неповторимо. Ну, прежде всего, серия «Великие художники». Это был буквально выстрел. В тиражи были там феноменальными, десятками тысяч и даже сотнями исчислялись. Очень качественные и абсолютно недорогие альбомы. В тот момент это вообще было ноу-хау. Вот. И в эту серию, самую популярную среди наших, вошло 100 альбомов, посвященных великим художникам. Эта серия получила распространение не только в России, но и в Беларуси, и Украине. Вот, представляла она собой такие компактные альбомные издания, всего 48 полос, куда входила творческая биография, рассказ о картинах и где-то 90 репродукций. Вот это оказалось, очень всем понравилось. Общий тираж более миллиона экземпляров только вот этой вот серии. Второй, когда был запущен практически параллельно, серии «Музеи народов мира». Они уже были немножко покрупнее, в два раза практически 92 полосы и больше репродукций. Тоже, в общем-то, популярный формат. Сюда вошли и великие музеи, которые каждый из вас знает. Третьяковская галерея, Прадо, Лувр. И весьма такие экзотические, но очень интересные музеи, вот типа Египетского музея в Каире, очень много таких тематических, но все они ключевые в своей сфере. И вот подобной серии из 100 альбомов ну, нет нигде в мире, посвященных музеям. Так много музеев собрано. Это уже серия, которая вот совершенно актуальна, последняя практически в череде великих-великих архитекторы. Вот, и здесь мы издали почти 50 архитекторов.
Вот. И тоже последняя серия, которая закончилась, наша работа «Лучшие современные художники». Вот. Сюда вошли художники 20 века прежде всего, и немножко наших современников, ну и такие, конечно, как Дали, Уорхол, Шагал и так далее. Вот. Были еще, кроме вот художественных серий по искусству, и такие вот более популярные серии, такие как «Кухни народов мира» и туристическая серия о странах мира «Отдыхай с удовольствием». Вот. И вот вы видите на фотографии вообще одно из таких интересных особенностей патворков, когда ставишь альбомы, то на корешках вырисовывается какая-то картина. Вот эта штучка очень нравилась нашим покупателям. И вот вначале был такой эстетический эффект собирания библиотек. Ну, наверное, это вот один из последних таких всплесков идеи собирать библиотеку дома. И сейчас, наверное, она уже вся выдохлась. Ну, даже если просто все наши серии поставить у себя дома, они точно заполнят довольно большой шкаф. Каждая серия – это практически полка. Так что вот по городам мира «Отдыхай с удовольствием» и искусство кулинарии. Ну, а теперь интересные серии, которые с текстовыми проектами мы сделали. Это тоже 100 томов русских и зарубежных поэтов. Вот здесь формат был небольшой, аккуратненькие такие сборнички, избранные произведения. В каждой были иллюстрации. Вот. Ну и обращаю внимание, что все эти серии произведения как в бумажном виде, их и до сих пор можно купить в Комсомолке, большинство, но не все, и в электронном виде в нашей университетской библиотеке и в интернет-магазине умных книг. Вот. 100 томов поэтов – это тоже одна из крупнейших серий подобного рода. Получила популярность. Вот, а самый большой из книжных серий оказались исторические романы, тоже популярные для наших читателей. Здесь представлена прежде всего российская история в 130 романах лучших писателей-историков. Вот, еще была серия романа о любви. Вот рекомендую, опять-таки выбрана сотня русских и зарубежных писателей по любви. Вот, пожалуйста, читайте, все доступно в нашей среде. И самый первый проект это была серия «Юношеская библиотека». В ее основу лег так называемый «Список Путина». 100 книг Путина. Вот тут, правда, 50 томов вышло в книжном формате. Вот опять-таки и классики, и таких ключевых современных российских писателей, без которых невозможно знать современную русскую литературу. Вот это были бумажные книги, которые мы изготавливали вот почти 8 лет. Ну, а параллельно с вот этим проектом, где мы были скорее издатели-исполнители, а комсомолка-дистрибьюторами, постепенно с этим мы стали запускать и наши собственные издательские программы уже на новой основе, не как диски. В нашей концепции цифровые книги, то есть одновременно и электронные, и печатные. И вот это разделение на электронные и печатные я отрицаю до сих пор. Считаю, что цифровые книги, им все равно в каком виде быть, они и те, и другие. Вот этот проект мы так первоначально запустили в 2013 году, а уже в 2015 году он такой стал полноценным. И мы выпустили сразу 2 каталога. Первый – это каталог учебных и научных изданий. Ну, вот сейчас это уже более 2000 книг
сюда входит, а второй – это каталог «Золотой», «Золотой фонд научной классики», который является выборкой из 50 тысяч изданий классических произведений, которые мы набрали за это время. Вот, то есть это далеко не все, что просто без авторских прав, это именно реализация нашего подхода выбрать лучшее из лучшего. Вот, и соответственно, вот эти книги, которые являются выборкой, они не просто сканированные книги, они прошли свою полноценную или переверстку, или подготовку факсимильного издания, чтобы было удобно читать. Часть из них мы, например, перевели из старой орфографии в новую. Вот. И пошла работа в онлайн в том ключе, который мы заложили еще 15 лет назад. Вот если вы ходили не только по учебникам в университетской библиотеке онлайн и в интернет-магазине, то вы увидели, сколько у нас много различных подходов и форматов, где мы пытаемся собрать компендиумы, какие-то избранные произведения по той или иной тематике. Вот основой этой нашей работы являются тематические книжные коллекции Direct Media. Их сейчас уже более 100, они посвящены совершенно разным темам. Вот. Их задача выбрать лучшую литературу по данной тематике. Вот. И если вы видели, у нас довольно много линеек, серий, вот таких вот подборок, коллекций. Вот в частности, например, мемуарная и биографическая литература. Вот здесь вошли и коллекции, которые «Золотой век русской литературы», «Серебряный век русской литературы», которые касаются государственных деятелей, театральных, музыкальных деятелей, там, ученых, путешественников и так далее, и так далее. Вот. То есть это не просто мемуарная какая-то набор, а это систематизированные издательские, редакторские подобранные комплексы. Вот. Самый, наверное, качественный и интересный в этом плане раздел – исторический. Вот. У нас несколько линеек исторических, в частности, «Всемирная история», где монографии и учебники есть, ну и самое главное – вот такие исторические труды. И очень много сюда вошло и документов исторических, скажем, по истории Византии, документы исследований по историкам средневековой эпохи, труды лучших историков. То есть это вот та, тоже золотая классика исторической науки. Вот. По религиям у нас большой блок литературы. Это и священные тексты, такие как Библия, там, или Коран. Это и различные там труды святых, чтения именей, изложения истории церковной в разном виде, труды самих историков церкви и каких-то писателей церковных. Вот, в общем, таких вот линеек, которые прежде всего, конечно, опять-таки касаются литературы, в которой классика действительно является фундаментом и лучшей работы, ну и по религоведению, там, по истории, практически во всей гуманитарной сфере, согласитесь, лучшие работы созданы не в наши последние 5 лет, а как раз в те эпохи, которые предшествовали последним 5-15 годам. Поэтому мы так внимательно относимся к классике и действительно ее по-настоящему ценим. Я считаю, что непозволительно читать настоящую литературу, которая фундаментом науки является, там как Макс Вебер или как Ключевский, читать их вот в каких-то сканах таких желтых и получитабельных, это все требует, наоборот, очень большой издательской культуры. Почему-то книги бумажные в
книжных магазинах вот эта литература, как правило, очень качественная, даже подарочная, их приятно взять в руки, а вот то, чем довольствуются в сети интернет, это, как правило, полностью противоположность, абсолютно небрежно сделанные, с огромным количеством ошибок. Вот мы противники вот такого подхода и стараемся вот этот компендиум нашего золотого фонда нашей культуры собрать в удобоваримом, удобочитаемом виде. Вот. В то же время мы понимаем, что это очень неблагодарная работа. Вот вы видели, когда мы занимались дисками, это была очень благодарная работа, это приносило доход, мы поэтому и поднялись, и существуем. Вот. С того момента, как мы перешли онлайн и делаем эту работу, честно вам скажу, она никак не окупается, это является чисто благотворительностью нашего издательства. Вот. И вообще, конечно, ну, я бы здесь обозначил как огромную нашу культурную проблему, то, что в интернет-среде классика полностью обесценилась, демонетизировалась, это привело к тому, о чем я говорю, что издатели настоящие перестали ей заниматься, и она стала уделом пиратов и вот всяких просто сканирований бездумных, без всякой внутренней работы. Ну, есть, конечно, академические издания, но вы тоже знаете, что прекратилась практически вот эта эпоха качественных академических многотомных изданий. Это очень дорого, это там, ну, иногда на гранты проскакивает. А в общем, мы потеряли вот как большую российскую энциклопедию, потеряли практически качественный энциклопедический формат, так и вот качественный формат академических многотомных изданий. Вот. Буквально по пальцам можно перечесть проекты в нашей стране. Вот. Так что, к сожалению, пока запроса на качество литературы в сети нет, вот, и люди читают голые некачественные тексты. Ну, раз они читают, пусть они читают. Мы занимаемся своей работой. Вот, мы строим фундамент культуры электронной книги. Я уверен, когда это станет живым большим рынком, то вот тогда этот запрос на качество все равно возникнет. Ну, а поскольку мы в библиотечном сообществе, я очень сильно надеюсь, что наши библиотекари, библиотечное сообщество уже сегодня знает, насколько это важно, и уже сегодня оценивают такой подход и такую работу. Вот, а сейчас я представлю вам, ну, кратенько, тот формат, которым вот этот весь капитал, созданный нами за 15 лет, приобрел сегодня форму, и как мы сегодня работаем с этой лучшей литературой, созданной за века. Буквально 1 сентября мы объявили о новом сервисе «Именитые ученые и писатели». И суть его, в отличие вот от того, что создавалось раньше и на других платформах, это собрать не просто имена лучших ученых и писателей, вот тех, кто достоин быть всегда на нашем столе, но и полные тексты этих людей. То есть это уже даже не 100, вот библиотека русской классики, да, серия, которую я вам рассказывал. Здесь у нас 2000 имен, абсолютно значимых для культуры, прежде всего гуманитарной культуры. Здесь мы собрали информацию о них, такую энциклопедическую, и постепенно собираем их полный компендиум трудов. Я надеюсь, что эта работа очень будет много, на 10 лет, а может больше, но в конце концов, вот все те, кто у нас заслужен и велик, на нашем сайте можно будет найти все их труды и всегда к ним обратиться и прочитать. Вот. И в этой нашей идее нас поддержала Российская Академия Наук, очень знаковый, тоже эпохальный проект «Научное наследие России». Вот здесь вот его логотип обозначен. Вместе с Академией, с Библиотекой по естественным наукам, вот, мы консолидируем наши усилия, они собирают по такому же подходу именно российских, советских академиков, все, что у них было создано, вся Академия наук над этим работает, вот, и они предоставили нам этот контент, и вот эти академики будут доступны и у нас для наших пользователей и читателей.
Вот так что обращаю ваше внимание, посмотрите, пока это все, конечно, в достаточно сыром виде, вот, но сама идея понятна. Ну а теперь перейду тоже к работе, которая не всегда на виду, по искусству. От базы данных к арт-проектам. Вот. Эта работа не на виду, потому что она в основном всегда касалась розницы, а не библиотек. Но вот сегодня мы создали несколько интересных проектов, которые, мне кажется, заинтересуют и наше библиотечное сообщество, вузы по искусству и культуре. Для онлайн это тоже совершенно новые интересные форматы. Речь идет о нашем арт-портале «Мировая художественная культура». Вот этот портал собрал у нас все, ну, вот, всю ту работу, которую мы проводили в прошлые годы. То есть он представляет собой базу данных репродукции в основе, ну, причем репродукции, во-первых, из разных сфер, это живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство и книжные иллюстрации, иконы. Здесь мы стараемся все визуальные искусства представить. Вот, причем, опять-таки, в качественном издательском формате, с описаниями, с полное аннотирование. В общем, для специалистов это представляет собой большую ценность. Вот. Ну и на основе такой вот просто базы большой, да, мы формируем, создали так называемую артотеку. То есть проект, в котором мы собираем арт-проекты, посвященные разным темам искусства. Ну, это своего рода онлайн-журнал. Выходит два раза в месяц, и каждый арт-проект – это интересная подача художника или музея, или какой-то выставки в экранном формате. Ну вот, например, «Рай и ад» Иеронима Босха. Есть у нас такой проект, своего рода аудиогид, путешествие по картине. Там рассказывается о разных картинах, различные точки зрения, различные интересные фрагменты, основные его произведения представлены. То есть совершенно проект аналогичный какому-то там бумажному книжному изданию о Босхе. Вот. Или вот такой проект другого типа, который у нас есть, интерактивная карта, когда мы даем экспозицию какого-то феномена по искусству, ну, например, искусство Китая, да, и вот вы здесь видите разные эпохи, можно покликать, посмотреть, что есть, что картины, описание к ним. Это очень похоже на то, как подавалась информация раньше в мультимедийных дисках. Вот, это то, что касается арт-проектов, но это не единственный направлении нашей работы в рамках этого портала. Мы буквально 1 сентября тоже объявили о новом элементе, очень интересном, который станет основой арт-учебника эпохи и стиля. Вот здесь мы планируем собрать именно ту информацию, которая очень важна в школе для мировой художественной культуры, для других предметов, где дается информация, вот опять-таки, не обо всем, что есть, а о ключевых каких-то шедеврах, художниках, стилях. Здесь у нас будет еще много интерактивных разных опций. Ну а сейчас можно посмотреть шедевры стиля определенные, какие авторы в этом стиле работали, в каких странах этот стиль процветал. То есть все, что
есть вокруг каждого отдельного стиля. Рекомендую посмотреть вам. Пока у нас этот доступ бесплатный. А вообще, конечно, мы работаем по системе подписки, как во всех других продуктах. И как любой человек может подписаться, так и организация может оформить подписку. И тогда будет доступна вся информация. Вот. И следующий шаг, который пока я анонсирую, но будет сделан в ближайшие там, до Нового года, это арт-библиотека. Наш арт-портал пополнится полноценной арт-библиотекой, в которой будут и книги. То есть тема искусства будет закрыта полностью, и в том числе для учебных заведений, не только для любителей искусства. Вот. Ну и, наконец, перехожу к самому основному нашему направлению, ключевому. Это издательская деятельность, направленная на издание вузовской и научной литературы. Вот. Это самое молодое у нас, но самое активное направление. Вот, начиная с 2014 года мы в нем активно работаем. Вот. Наше вузовское издательство имеет очень разнообразный профиль, поскольку мы работаем очень плотно со всеми вузами. Разумеется, у нас авторы и вузы по всему профилю дисциплин. Но, конечно, как всегда, традиционно ставку мы делаем на гуманитарный профиль. Поэтому лучше всего у нас, конечно, представлена экономика, правоведение, но также история, лингвистика, философия, культурология. Вот, более 20 тематических рубрик. Вот, в основном это литература для учебы, но и, конечно, монографическая тема. Это тоже одна из основных. Мы издаем, в общем, учебники и монографии. Около 380 учебников, как вы видите, учебных пособий. Большинство из них входит в книгообеспеченность. И по нашей статистике ЭБС, наше издательство находится на одном из самых первых мест. Это нас утверждает в нашей работе, что она нужна. И примерно столько же монографий мы собрали под нашим импринтом, 350 монографий. Причем вот эти книги, которые от нашего издательства, их на нашей платформе можно читать и в электронном виде, и заказывать в печатном виде, и формировать в библиотеке печатными экземплярами. Вот здесь просто некоторые из наших авторов, это вот и такие специалисты, известные по экономике, как Григорьев Леонид Маркович, и такие вот деятели, лидеры общественного мнения, как Виталий Товиевич Третьяков, ну и наши плодовитые авторы, вот Сергей Николаевич Братановский, например, многие-многие другие. Вот. Ну а ключевое как бы ядро нашего подхода, точка опоры, это кафедры и работа с кафедрами. Вот. И мы здесь стараемся сформировать свои ноу-хау, новый подход, предоставляя комплексное обслуживание университетских кафедр, услуги, которые больше никто не способен предоставить. Потому что мы выступаем не только как издательство, но и как агрегатор, как поставщик профильной литературы. Поэтому мы и получаем, то есть даем возможность ученым кафедры издаваться и продвигаться, и снабжаем их качественной литературой, сырьем для их работы. Вот, то есть, ну, во-первых, мы издаем труды и сборники кафедры, это, так сказать, классическая функция. Мы предоставляем сервисы публикации трудов и квалификационных работ студентов. Это отдельное наше направление. Так мы поддерживаем студенческую науку и учим студентов научной публикации. У нас есть программы по поддержке научных публикаций. Вот. Ну, а с другой стороны, как я сказал, мы предоставляем профильный контент. И вот если вуз не подписан, то
авторам мы предоставляем льготные индивидуальные условия вот по профильной его литературе. Вот. Ну, а помимо этого, это, правда, скорее пока в перспективе у нас работы ведется, мы создаем возможности продвижения кафедры и научной коммуникации с иными профильными кафедрами. Та идея, которая заложена здесь во главу угла, это связать кафедры разных вузов, которые занимаются одним и тем же делом. Они будут видеть работу друг друга, у них будет прямой канал на нашей платформе. В общем, я считаю, это одним из главных наших направлений. Вот. Ну и пару слов о тех технологиях, подходах, которые положены в основу нашей работы. Ну, как я сказал, в основе лежит print on demand, как самая прогрессивная и самая подходящая к нашему рынку технология, позволяющая оперативно и качественно печатать книги. Для научных монографий ценны не тиражи, а наоборот более узкий предметный профиль, глубоко проработанный. И, разумеется, тиражи здесь только смущают, только мешают издателю. Поэтому именно издатели отвращаются от монографии, монографии испытывают кризис. Об этом у меня будет отдельный вебинар в рамках нашего семестра. Вот. Print on demand позволяет решить такие задачи. Мы издаем от одного экземпляра в любом количестве и буквально оперативно в течение 2-3 недель гарантируем и прохождение полной технологической цепочки издания от подготовки макета до печати и доставки заказчику. Вот. Причем главное, что технологии последних лет позволили довести стоимость книги по экземплярную, сопоставимые с тем, что выдает нам тиражная офсетная печать. Вот, так что это работающий формат. Вот. Ну, собственно, про тиражную политику я сказал, что любые тиражи, да, ну, главное, что мы вместе с договором гарантируем автору бесплатные авторские экземпляры, регистрируем во всех ринцах, даем ISBN, DOI, то есть получает автор качественное, полноценное издание, неотличимое ни от каких других. Вот. Эти книги мы распространяем в профессиональных платформах и продаем в рознице. Вот наш интернет-магазин позволяет индивидуально продавать отдельные книги, и для автора это прекрасный путь продвижения. Ну а помимо этого мы, конечно, стараемся продвигать автора всеми имеющимися способами, и через сеть интернет, и организовывая презентации, организовывая онлайн-вебинары в нашей Директ-академии. В общем, автор стоит, конечно, во главе угла, и так и должно быть в любом издательстве. Ну что ж, подвожу итог вот той собственной издательской деятельности под нашим импринтом, брендом. Но помимо этого мы стараемся развиваться и вширь и практиковать издательский аутсорсинг. Вот, ну, вы видели проект с «Комсомольской правды», это тоже что-то подобное, когда мы работали в партнерстве и по издательскому заказу. Вот то же самое мы сейчас предлагаем вузам. Вузы ищут пути оптимизировать свое издание, издательство, у кого-то их вообще нет. Мы предлагаем издательство на аутсорс, подготавливаем качественно и оперативно и недорого издание, которое идет уже от имени вуза и сразу получает широкие возможности распространения. И в бумажном, и в электронном формате, и для розницы, и для корпоративных вузовских клиентов. Вот это одно из тоже направлений, которые мы запустили в последнее время. Ну что ж, дорогие друзья, время подходит к концу. Вот, вот этот последний слайд демонстрирует то, что мы сегодня есть, наши возможности продвижения для авторов и для наших изданий.
На сегодня это около 800 тысяч зарегистрированных пользователей. Это более 80 тысяч книг в базовой коллекции, которые используются во всей стране. Это, как вы видите, 43 414 авторов, практически лишь немногим меньше, чем сами книги. Вот. И их число растет в арифметической прогрессии. Как видите, нам приходится не с единицами, не с десятками авторов работать, а с тысячами. Хотя, конечно, здесь вот имеется в виду и классики, которые уже не живут, вот, и авторы других издательств. Нас посещают, вот именно ЭБС посещает 900 человек каждый день, а вместе с интернет-магазином это в два раза больше. Более 190 издательских коллекций, более 70 энциклопедий. И вот первое, ну скажем так, для самой рекламы, место на рынке современных цифровых технологий. Вот такие результаты за 15 лет пройденной работы. Вот. Кому интересно о том подходе, который заложен у нас в основу нашей деятельности, вообще о том видении настоящего и будущего книги, вы можете прочитать в моей книге, которая вышла пару лет назад, «Книга в новой медийной среде». Она доступна и в ЭБС, и в интернет-магазине. Вот, собственно, все, что я хотел и мог сказать о книге, о нашей дружбе вместе с книгой, любви к книге. Ну и, как вы видите, это не бесплодная любовь, а книга нам отвечает взаимностью. За эти годы мы собрали в совокупности более 100 тысяч книг. И каждая прошла именно через руки, а не как-то там собрано вместе. Вот. При этом под нашим издательским брендом качеством фигурирует около 10 тысяч книг. Это самое-самое-самое нужное и ценное. И мы продолжаем работать в направлении, ну, сейчас, конечно, мы сильно сократили наши усилия по оккультуриванию классики, да, в основном это все-таки работа с современными авторами, авторами ваших вузов и теми, кто пишет для науки и образования. На этом ставлю точку. Вот, готов ответить на вопросы, если они есть. Так. Вопросы. Ну, собственно, вопросов нет. Оно и понятно, да. Потому что это, конечно, скорее своего рода отчет перед вами, рассказ, кто мы такие, чем мы занимаемся и делали. Я надеюсь, что вы судите о нас по результату и по качеству нашего продукта. И обещаю вам, что мы будем все время стараться это качество повысить и стремиться к вершинам, как мы это всегда заявляем. Благодарю вас за внимание, за то, что вы все пришли. Вот, и надеюсь, наше сотрудничество, дружба на этом. Уважаемые коллеги, я со своей стороны хотел бы поблагодарить Константина Николаевича за интересный рассказ и напомнить вам, что наши вебинары проходят почти каждый день. Приходите на наши вебинары, вы будете там, вы получите там много интересной информации, и мы очень хотим, чтобы вы к нам почаще заглядывали. Вам тоже всем спасибо за участие в вебинаре. До новых встреч!